Всем доброе утречко. Демку сейчас отвозила в сад. Потом надо было съесть там кое-какие дела быстренько сделать в городе. И, в общем, спустя несколько дней решила проведать свой огород. Свой парник, честно сказать, вообще дня, наверное, 3-4 не подходила, даже не смотрела. Джамельком пробегала здесь, смотрю. Листья огурцов все желтые. Сейчас покажу. Вот так. Даже не знаю, что там происходит. Не поливала, ничего не делала. Просто было не до этого всего. Что-то столько всего навалилось. Смотрите, листья пожелтели у огурцов. Здесь, где было приоткрыто, земля влажная, потому что были дожди. А здесь прям вообще сухо. Сейчас заглянем, что там. Огурчик. Раз. Там все листья высохли. Сейчас полью. Бедные огурцы. Скажет, посадил и не смотрит за нами. Даже огурцов нету. Без воды-то не хотят расти. Вон еще один мелкий висит. А ну вон там еще. Черики уже поспели, можно срывать. Вот эти что-то томаты долго прям созревают. Зеленые такие уже на неделе две. Такие еще зеленые, что вот этот куст тоже. В общем, сейчас возьму лейку. Вода у меня теплая в бочке есть. Ой, ну вообще тут не пойми что. Это просто вчера постирала, повесила на дверь, потому что некуда вешать, сушить. Снесла он ветром. Тут тоже у меня висит все занавешено. Высохло хоть. Это высохло. Сейчас вот эту надо будет сюда повесить. Столько всего вообще просто. Надо все на листочке что-то записывать, что делать. Ничего не успеваю, блин, в голове. Столько дел, блин, надо и то, и то, и то. В общем, как белка в колесе. Не знаю, куда бежать, за что хвататься. Горох тоже. Надо вообще выдернуть. Ой, никто даже что-то не ест, кроме Сережи. Морковку уже несколько раз срывала. Сейчас еще буду срывать. Суп надо какой-то варить. Все позаканчивалось. В общем, ладно. Вот клубника. Можно скушать. Сладкая. Вкусная. Все, открыть тут. Ладно. Буду заниматься делами уже. Все закрою тут.
вот так вот я повесила шторку, я приподняла штангу почти что под самый потолок, потому что занавеска оказалась очень длинная. Вот эти. Можно, конечно, было бы ее обрезать, но я этого делать не хочу. В общем, вот так приподняла штангу. И вот так вот теперь выглядит ванная. Штанга, говорю, занавеска такая полупрозрачная. Мне очень нравятся такие. Вот, все отлично. Вот зеркало. Сейчас тоже надо будет протереть. Вот так вот с подсветкой. Оно выглядит. Дойду чуть дальше. Вот, а если выключить свет, вот так это все выглядит. Сейчас нужно будет протереть зеркало. Там, видите, где у меня пальчики остались на стеклах. Муж очень нравится умываться, зубы чистить, включать, выключать. Ну, в общем, как-то так. Ну, а сейчас буду готовить очень вкусные рубленые котлеты из куриного филе. Обычно я всегда куриное филе заранее подмораживаю, чтобы оно легче нарезалось. Но в этот раз что-то было как-то не до этого. В общем, сразу разморозила и начала нарезать вот такие вот небольшие кусочки. Рецепт очень простой. Сначала нарезаю на такой вот мелкий-мелкий кубик, конечно, чем мельче, тем лучше. Потом беру также лук, можно натереть лук на терке, либо блендером перебить. Но я вот самым быстрым способом воспользовалась. Это вот тоже решила нарезать мелким-мелким кубиком. Надо, конечно, резать помельче, чтобы, так как филе обжариваться будет очень быстро, чтобы лук тоже успел прожариться внутри. Потом добавляю, ну, типа как маринады, делаю сметана, горчица, майонез, в общем, все на глаз. Яйцо тоже добавила и также любимые специи. В моем случае это, конечно же, сушеный чеснок. Я его везде добавляю. Хмели-сунели, потом паприка, куркума, ну, в общем, такие самые стандартные специи. Ну и, конечно же, соль и черный молотый перец. Также еще буду добавлять крахмал. Совсем по чуть-чуть, вот всего кладу. Буквально крахмала положила 2 столовые ложки. Все перемешиваю, отправляю в холодильник. Ну, на час примерно, чтобы филе промариновалось. И потом уже вот при помощи ложки выкладываю на разогретую сковородку с добавлением растительного масла. И обжариваю с двух сторон на среднем огне. Ну, я не знаю, поскольку там в течение, наверное, 10 минут. И обжариваю, постоянно переворачиваю котлетки, чтобы они со всех сторон успели приготовиться. Одна партия котлеток у меня уже пожарилась. Здесь вот еще котлетки жарятся. Ну, еще где-то на 2 захода у меня останется. Также здесь порезала огурчик, помидорчик. Будет у нас овощной салатик. Еще сейчас порежу укроп, у меня есть в холодильнике. Кстати, из свойских огурчиков и помидорчиков. Очень вкусный салатик. Так, и на гарнир решила отварить макарошки. А у нас за окном такая вот погода. Второй день подряд идут дожди и передают на ближайшую неделю такую же погоду, как бы ничего не изменится. И наша машинка там стоит. Через 2 дня возвращается Женя с моря, и я хочу его комнату немножко подготовить к его приезду, потому что здесь вообще голые стены, ничего нету. Вот, и хочу побыстрее поклеить обои. Хочу сейчас загрунтовать стены. Валерон, я показывала вам в предыдущих видео в покупках, покупала вот такой вот лоток с валиком. Насколько я слышала, то что для грунтовки валик нужен ВОС от 14 до 16 миллиметров.
У меня 18, ну какой был, такой и взяла. В общем, вчера тоже съездила в магазин, купила грунтовку универсально. Сейчас налью глоток и буду грунтовать стены. Потолки у нас такие, ну, я не скажу, что они высокие, но и не низкие. Одену вот так на швабру валик и буду снизу вверх уже грунтовать. Сейчас мне только открыть канистру. Сильно она откручена. Все, и хочу по максимуму сегодня успеть. Не знаю, что успею, что нет. Потому что надо еще помимо этого другими делами уже заниматься. Комнату я полностью все прогрунтовала. В конце воспользовалась кисточкой в труднодоступных местах, так как валиком было неудобно проникать в какие-то места. Вот так, теперь буду дожидаться полного высыхания стен. Не знаю, сколько это займет по времени. Час-два. Посмотрим, потому что я таким приличным слоем наносила, чтобы как следует избавиться от пыли. Вот, а сейчас... Вот тоже взяла швабру. Буду подметать пол, так как буду тут расстилать обои. Нужно начинать клеить. И сейчас пойду сразу промой валик, кисточку, лоток, так как он в дальнейшем мне потребуется для поклейки обоев.